Привет. Здрасте. Привет. Папарацци. Папарацци. Репортер Шрайбикус. Сейчас Потапушку. Подожди. Все, говорит. Все, все, Тимыч, лодки. Нет, не все, скажи. Сейчас еще. Там груша. Так, тебе удобнее будет просто брать. Да, мальчик, такой вкусный. Прилипает к зубам, скажи. Мед. Давай, сейчас еще чуть-чуть. Маленькую капельку давай. Вот, и все лекарство, да? Вкусное. Что ж так мало даете? И полезно, да? А грушу будешь, малыш? Закусить. Не откажусь, пожалуйста. Да что это? Крупновато? Крупно? Да, пожёстче. Так, пополам раскусь. Вчера конференц был, так торопился. Упадает изо рта. Он еще следующий хватает. Я говорю, да я ж не съем. Я ж все тебе отдам. Курносик. Палочку не может найти. Что он может? Выплюнуть-то где-то надо. Никто не выплюнул. Ну да. Торопится. Ты чего торопишься? Потап, я никуда не ухожу. Пока все тебе не скормлю, не уйду, не переживай. Хотя вон там кругом все завалено. Яблоко. Груша. Груш мало несет. На, Потапушка, держи. Что ты там унюхал? Потапушка? Запыхался жевать. Не торопись-ка. Да, конечно. Давай, там я потом съем. Отсюда, говорит, точно не заберешь, а эту вдруг передумаешь отдать. Да. Все, тут Потапушка уже все нет. Огромный медведь. Что, мой красавец? Не, мой сладкий, нету больше, нет. Ну, извини. Да. Мама ушла, да, убежала. Да. Ладно, давай.